Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Fred Davis Play. Игра эта под названием Stray, или Бродящий, или Бродячий. А чё у меня А, Б, я не понял. У меня ж не этот самый. Не джойстик, джойстик у меня отключен. Чё это киданули так, а? Ладно, игра про кота. А, о, нормально стало. Игра про кота, которого заблудился, я так понимаю. И тут надо будет выполнять всякие головоломки, идти искать кого-то и все остальное. Тихонько-тихонько. Ёпты! Так же можно и навалить, все вместе ночью играть. Так, все настройки я сделал. Не знаю, слышно, не слышно. Если что, я потом подправлю все. Будет все хорошо. Я немножко в нее уже поиграл. Немножко, 29 минут, ни хрена себе засел. Поэтому мы начинаем новую игру. Будет у нас слот 2. Это удалить нельзя. Выбрать главу. О, очистить можно. Так, делаем очистку. И начинаем новую игру. Дождик. Зябко на улице и так жарище. Сейчас бы дождик не помешало. Это лето. Эх, лето. Это... Семья. Так. Это поиграться. Я... Звук, конечно, прикольный. Передача звука вообще обалденная. По поводу звука, конечно, тут просто шик. Вот так вот. Интересно, это кот или кошка? Интересно, я кот или кошка? Если бродячий, значит, не бродячий, что ли? Какие-то как непонятные. Вроде настройки все на максимум, что-то такое, как снежище. Снежище что-то есть. Что такое-то, ладно. Резкость вроде тоже имеет на среднюю. Она меньше на резкость поставит. Все. Всех уложил. Отец. Так, пора и самому спать. Телефон. Телефон выключим. Вставай! 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 Опа! Очнулся. Сенсей! Сидит сенсей, ждет тебя. Ученики мои, вы проснулись. Красота какая. Семейка. Семейка Крутс.
Мяу-мяу. Мяу-мяу. Микрофон-то не включил я. Мяу-мяу. Я тут сижу, мяукаю. Кому я мяукаю? Мяу, блядь. Где вы там? Ты чё? А что, можно было и так? Да ладно. Тихо, тихо, еще раз. Нажимать надо. Ты шо, крутяк. А я думал, почему они кайфуют от этого? А вот он, где кайф. Ладно. Мяу-мяу, ёпта. Пошли. А до этого, когда я играл, тогда ну как-то не это самое, не заметил. Протыкал. Ладно, копили, хватит. Да иди, ёпта. Всё, хорош. Что такое? Обосрался? Высоко, да? Правильно, папанька должен идти вперед. Уи! Хуяк споткнулся. Так, надо без мата. Надо сдерживаться. Прых. Так, 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 так. Прых. Я видел тут. Ага, вот так вот. Она. А, без разницы, то бишь. Либо тут я спущусь, либо там я спущусь. Так получается, да? Ну да, один там он пошел, черный. Ну ты как всегда, от стаи отобьешься. Ну ты ж черный. Нига, не такой как все. Зажмите дверь, окей. Давай, прыгай, что ты затыкал. Ай, тыгдынь. Все, тебя черный на враг стаи. Куда ты? А-а-а. Ты можешь и так спрыгнуть. Ёлки-палки, джунгли. Что там? Я думал, что-то интересное. Тут когда вот проходишь второй раз, ну а что интересно, момент такой вот. Ага. Ну это понятно, да, вот здесь же что-то бежит. Ай, побежали. Она не перекашивается. О, да, перекашивается. Вот этого не замечал клево. Да, она перекашивается, реально. Ну все, мы дошли до заветного места. Ну давай. Ну давай. Ну почти. Нет, спасите меня, помогите. Ничего себе, какие когти оставляют у меня в бетоне. Царапины в бетоне когти оставляют. Это что они там? Титана? Уф, как загремел. Наверное, рамковато, сейчас надо будет проверить. Заудай, вставай. Ножка повредилась. Голова кружится. Все. Он не осилит. Ляп. Ляп так. Оп-оп. Ничего себе, дверь. Дверями забили. Ёп, ты тараканы. Зачем ты открыл? А-а-а, всё. До меня только дошло. Ладно, потом тоже пометь. Просто я не понимал, кто открыл. Теперь я понял. Так, сейчас я проверю, что там у нас со звуком. Так, ну со звуком вроде все нормально. Чтобы мой голос сильно не перебивал, и все атмосфера. Ой, ёпта, что такое шумно. Так, побежали нам сюда. Блях, видишь, меня это пугает. Так, тут сейчас таракашки. Мертвый город. Мертвый город. Мертвый город, тараканы, блин. Как клещ. Такие, знаешь, здоровенные, сука.
Нельзя же, я говорил, не выражаться. Ну что ты делаешь? Не выражайся. Давай залазь. Ну, где-то ж был. О, сюда, сюда. Hello. Что? А, нифига себе, вот этого я тоже не видел. Обалдеть. Реально удивляешься. Честное слово. Так, побежали дальше. Ух ты, ё-моё. Вот это я, блин, перепугал, забыл о них вообще. Так, это нам сюдой. Нам сюдой. Хельп. Хельп. Так, а я... Секунду, у меня тут какой-то был момент такой, может быть это потайная. Мне интересно просто... Здесь идет бочка в эту сторону. Видишь? Мне просто интересно. Ни хрена тут интересного нет, да? Ну да, сюда никуда не запрыгнет. Понятно. Бестолковое потраченное время. В любом случае идти по этому самому. По шаблону. Так, нам налево. Полевни. Так. Ведро. Ведро, ведро. Это наверх. Сюда наверх. Еще наверх. И вот сюда вентилятор. Эй! Ух ты, елки-палки, самому не навернуться бы. Да шо, дай без толку, смысл. Не понял. А, теперь понял. Высоко. Ля, все перекрашено, подкрашено. Не докрашено. А прыгнуть? А, надо срубить, чтобы прыгнуть. Угу, вот усигал. Вот усигал. Ты давай. Баба. Follow me, то понятно, идем, идем. А во, еще есть прикол. О, да, детка. Кайф для моих ушей и ногтей тоже. Чикахтей. Это что? А, вода попить. Да, везде у чуваков. На часах, телеки, компьютеры. У меня в детстве такого не было. Компьютеров и телеков. Наверх? Нет, нет. Опа! Толпень опять. Они еще светятся. О, что-то и до хера. Ну, не, нормально. Ёпты. Еще поговорить можно, да? Взяла, убила его. Батарея, наверное, села. Зарядить тебя надо, парень. Так, нам наверх. Сюда, сюда, сюда. Правильно же? Ну да. Так, сохранение. Что-то они все больше и больше, чаще и чаще появляются. Что-то мне это не нравится. Ну да, сейчас беспердел будет. Ты не газ в жопе или что? Лёгкие уши классные. Толпа. Давай, давай, давай. Вот, идите нахуй. И вы тоже идите. Ничего не знаю, отъебитесь. Бля, они кусаются реально. Слышь. Давай топи. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отвяньте. Да, ля, ты посмотри на них. Вай-вай-вай-вай. Тихо-тихо-тихо. Да иди ты знаешь куда.
Я весь покусанный. Ля-ля-ля-ля-ля. Первый раз я проходил, у меня только один раз прилипло. Сейчас вообще, ты посмотри, как... Как лизуны, блин. Ой, я не туда побежал. Первый раз я не туда бежал. Давай, давай, топи, топи. Отвяньте нас. Ох. А, мне показалось, думал, покусанный. Я ухнусь. А, прикольно. Так, нам сюда. Потом сюда. Потом наверх. Потом сюда. Я забыл, куда я бежал. Ага, сюда, 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 ёлки-палки, вот это бы, это настоящему коту, нафиг оно впало, вот это лазит везде. Вы чё, посмотрите, высота какая. Ёлки-маталки. Так, ага, надо эту самую, деревяшку. Что-то слишком умный кот получается. Башкой покачал. А, о, все, сюда. Сюда? А, не, не сюда, еще дальше. А, да, тут вот эта почка. Херяк. Да в прошлый раз мне что-то башка именно зашла полностью, зашла вместе с камерой. Мне так смешно смотрелось. Толкал пуком. Так, прых. Тихо, тихо. Не нервничать. Куда нам? Где ты? Да тут... Вот и показал. Подожди, а куда? Ага. Что-то я за... Меньше суток забыл, куда идти. Во, сюда. Как первый раз. Аж мурашки побежали по коже. Так. Нет, не сюда. А. Сюда. Сюда. Наверх. Еще. Вниз. Ага, не перепрыгнет. Ага, понятно. Вроде играл, и все равно... Все забываю. Каждый раз по новой нас спешишь. Так, сюда. Давай, 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 давай. Сюда, это сюда. Наверх. Ага, сюда. Да, понятно. Мр. Махал. Махал. А это кто ответил? Не пугай меня так. Да я и так сюда иду. Тихо, тихо, тихо. Только у меня никогда не было, чтобы он сорвался. Не допрыгнул. Что там? Что-то упало? А, вон. Сюда. Супер умный кот, что скажешь? Давай, стига. Та-та-та-та, отстань от меня. Там лампочки были. Оп! Вот и все, квартира. Так, добрались до квартиры. Надо обязательно испортить палас. Или ковер, что это такое? Ууу, сколько пылюки. Хоть повыбиваем. Так. Нужна помощь. Вот вам, пожалуйста, такая помощь. Как помощь? Помощь. Я понял, данные повреждения. Я по вот так вот ответ вам. У меня лапы. Тело, прикольно. У меня тело. Фу, у меня тело. У меня лапы, ты понимаешь?
Води дверь включена. У меня лапы, нахуй. Ты хочешь забрать мое тело? Так, поехали. Вперед. Собираем эти квадратики. Первый по счету. Второй по счету. Класс, он, конечно, взял его, я ничего не поспорю. Так вот, с полубока. Так, третий по счету. Ой, да что такое? Вот так вот, да. Энергетические батареи. Так. Ага, вот оно. Прых. Да, ну что ты? Да, ну что такое? В чем дело? А ну покажи, там есть же. А, это просто понятно. Вилка просто. Опа. Не хотел. Такая огромная, просто огромная коробка. Посмотри. Невероятно большая коробка. Блин, самому туда влезть можно. И такая маленькая безделушка. Я не знаю, как-то надо было упаковать ее. Так, тихо. Тут понеслась жара в тапки. Передача по блютузу лишь. Что-то глаза у него недобрые. Тащим. О, поломал. Шо? Че, звезданулся? Не понимаю. А, сработало, я понял. Я свободен, спасибо. Да не за что. Я с трудом поверил в свои камеры. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Можете меня по памяти. Очень долго был запретил или что-то носите. Не знаю, работающие ученые, которые здесь. Окей. Пока можете называть меня B12. А там B дроп, кажется, 1-2 или нет. Так, написано на иконке. Разве так? Мне кажется. Б, ну, Б дроп. Я думал, Б1-2. Вот так вот как-то. Ладно, в мертвом городе небезопасно. Но ты, похоже, знаешь, что делаешь. А, конечно, блин, вообще случайно в тебя попал. Точнее, каждый день тут хожу. Пошли отсюда, следуй за мной. Окей, пошли. Где ты? Ага, этот ключ открывает двери. Понятно, окей. Сейчас, спасибо за помощь. Давай. Ты его съел. Очень хорошо, что-то хорошего. Батарея садится. Нет, там не занят, не очень хорошо. Пойдем сюда, пойдем. Что это? Теперь я не хочу я одевать это. Ох ты! Что-то нагрузил меня парень. Еще и залез. Слышь ты? Ну вылазь оттуда. Лягушонок, ёпта. Ты обалдел? Лягушка. Ты пиявка, блин. Как эти зовутся? Не помню, как они называются. Пиявка. Слышь, мне неудобно. Ты ж видишь?
Коту неудобно. Ну, плохо. Он хочет снять ее. Еще и на шее прикрутил. Шея передавит. Неудобно мне. Все, капец. Он сейчас умрет. Умрет от скуки. Не, от этого, от неволи. Это для таких маленьких червенок, как ты. Ну да, конечно. Неудобно, да не, заебись. Не переживай, привыкну, что деваться некуда, походу, ты его не снимешь. Так, я цифровая куча, положил его в рюкзак. Окей. Рюкзак покажи. Таб. Ага, понятно. Легко и просто, отлично. Если тебе заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Окей. Или другие, если хорошо. А теперь пошли сюда, пошли. Вот этот мне предмет интересует, ну почитай. Написано, надеюсь, это сработает. Выполнил. Надпись, то есть написано. Написано. Ляп-ляп. Ляп-ляп. Я долбанул коробку и вообще хоть быхнул. Ага, вот. А тут где-то что-то еще было, подожди. Надо потереть обязательно. Все равно никого не нужно больше. Я когти потупи себе. Видал, какие когти они? Прям разрываю все на свете. Так. Это диплом инженера. Он принадлежит ученому. Принадлежал ученому, на которого я работал. Окей. Окей. Прыгай. Так, сюда. А, он даже так светится. Ля, прикольно. Да. Так. О, все. Тут я уже не был. Ну, в плане, я тут ни разу не играл. У паутины. Это уже что-то новое. А что там написано? Код. А ну назад. Фить. Ух, ео, ПРСТ. Реально брызнуло, слышишь? Что такое? Что ты не идешь? Код 3748. Часы. А, не, без стрелок. 3748. Так. А как? Ага. Включается. Ладно. А смысл нам тут вообще? Ух ты, ну и местное, ну и местечко. Тот лифт, лифт? Это просто ведро, это не лифт. Думаю, ваше, конечно. Я знаю, что нам нужно подняться наверх, окей. Но это не наверх, он отправляет нас вниз. Это не лифт, это ведро. Ух, ёбрст, сколько их, ничего себе, охренеть, их просто немерено. Внизу реально небезопасно. Погоди, я помню, аутсайд. А, аутсайд какой-то этот самое место. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Нет. Я из этого самого батарея клаб. Подвала клаб я пришел, короче. Да, как-то так. Я кому-то обещал туда пойти. Но кому? Это неужели это? Неужели это профессор? Скорее всего, это подсознание профессора, который был тут. Это открытка из... Что там? Что-то хрустит. Рисунок на стене был сделан с нее.
Давай возьмем. Ну давай возьмем. Где-то что-то хрустит. Что-то хавает. А откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Без понятия. Пошли дальше, окей. Что это? Восстановление новое. А, память восстанавливает, понятно. Что-то хрустит, трещит. Интересно, я увижу своего этого напарника своих. А куда мне вот сюда? Своих партнеров. Да тихонько. Они походу повсюду. А куда еще ниже? Ты че с ума сошел? Ты видишь, что там. Там жопа. Ну там реально жопа, там это хренище. Походу они пожрали людей. Это безопасная зона. Ты уверен? Ты уверен? Ты посмотри, там сколько. Лампочку включи. Да я понял. Лампочку включи. Лампочка где включается? Нет. Я забыл, где лампочка включается. Ну, ладно. Да я понял, отстань. Безопасная зона. Как может быть это все безопасная зона? Вы посмотрите, они просто размножаются вообще на. О, пожалуйста, начинается. Понеслась. Труба в рай. Тихо. О-о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 -
Ёлки-палки. Немного сиранул, если честно. Не ожидал. Трущобы. Тихо-тихо. Что такое? Что ты дергаешься? И в чем прикол? Не понял. Че он? Ничего не понял. Он сирен. Ну ёпта, нихрена себе, это в игре. Я думал, уже на улице сирена. Ой, ёпта, я пугался. О, башка. Это не башка. О, еще чуваки. Да подождите, так вы тут живете, нихрена себе. Так вы же электрические все. Я прикольно, слышу. О, еще один, ты подожди. Кондиционеры стоят. Одеваются. Что-то я не понял. И что, и в чем прикол? Кота испугались? Ты гонишь? Ебать, что у тебя с глазами? О, все нормально. Здорово, чувак. Вообще не понял, что сказал. Кажется, у них свой язык. Ага. Ты не Зурк? Зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Я кот, блядь. Попробуй пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. А Зурки едят металл? Так получается. Зурки хавают металл. О, время видел? 999 часов, 99 минут. И зурки хавают электронику. Ты потерялся, тебе что-то нужно? Да, мне нужно. А что это такое? Показать предмет. А, о, показать. Это фотография
Outside. Это понятно. Какая парень. А чё, какая нелепость. Лифт не работает. Все знают, что выйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Аутсайдеров. Что же за аутсайдер? Но их уже не осталось. Прикольно. Ушли, значит. За исключением Момо. Момо, аутсайдер. Неужели это человек? Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет, ух ты, какая рука у тебя. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской. Окей. Окей, тут везде все. Тут все оранжевое, всегда постоянно. Если не вывеска, то лучше оранжевое. Один, чтобы вызвать помощь бы один. Не стесняйся, вызывай меня в любое время. Я всегда рад помочь. Окей. Хранитель сказал поговорить с Момо, он живет. Ну это понятно. Это понятно. Я хочу походить. Я хочу вам сделать вот это. Вы что, спите? Ух ты, я охеревший. Видал? Херакс такой. Ты кто, да? Что такое злой? Что такое? Ну, даю вам поспать, да? Шо? Оно делает только самое интересное, вот. Ты правда думал, что... А что, вверх и вниз можно? Исполнится 374 года? Ни хрена себе! Ого, это ж сколько вы тут сидите. Так, мне надо вот туда. К вывеске той. Это вот сюда, в эту сторону. Наверх. 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 Ох, я заебался. О, я задолбался прыгать наверх. Не понял. Это он, типа? Это ж робот. Я думал, это человек. Это чё? Не понял. Мы чё, внутри какого-то здания, что ли? А смысл тогда антенн здесь? Или это инопланетяне? А ну, где ты? О, можно что-то сделать. Что мы... Можно поспать? Да, можно поспать. И шо? Все, или как там будет переходить какой-то другой ритм, ну, другой часовой пояс? Ну, я ничего не делаю. Честно, мы пробежали целый день, правильно? Мы не хавали, мы пили только воду, точили когти, чтобы использовать на этих зунаки, как они там называются. Ну и шо? Ну оно отдалится и все, или шо? А, тьфу ты, блин. Я думал, он именно вот дрыманет так с переносом какой-то другой временной континиум. Так, это ты, да? Давай. На эти круги света приятно смотреть. О чем прикол? Но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Так, это получается все-таки это закрытое помещение какое-то. А, ты не Момока, наверное. А ну, еще раз. Я тебя понял, показать фотографию, да. Сам Момока сказал, что когда-нибудь она идет мне туда. Момока. Че Момока? Момо. Просто Момо. То у меня у жены пароль, не пароль этот самый. Ник Момока на прилипе. Совпадение. Так, наверх. А так это я спущусь вниз. А у меня вывеска. Ну, вывеска. А, вон он. Человек? Нет, не человек. Я думал, человек.
Что у него с экраном? Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чего тебе надо показать? Фотки. Это фотография. Он еще отвечает ей. Аутсайдер, ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся. Это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они попали, пропали, и я остался один. Я не знаю, что это за трое точек там утюкается. Я не знаю, где они. Ой, трое точек звездочки. Я пытался с ними связаться, но это... Ля-ля-ля-ля-ля. Приемопередатчик. Ёлки-палки, не работает. А, ну да, походу это... Было плохое слово вставлено. Мы с друзьями вели запись наших исследований. Аутсайда. Вот возьми мои. Вот возьми мои исследования, получается. Если действительно хочешь туда попасть. Получен новый предмет. Записная книжка. Момо. Теперь ты сам по себе. Я завязал. С аутсайдом. Удачи. Момо выглядит очень грустно. Он скучает по друзьям. Давай попросим записную книжку, которая... А, ну да, посмотрим, давай. Ох, да ты шутишь, наверное. А как... Не понял. А чё колесико вверх не работает? А как посмотреть выше? Не понял. А, ой, ёпки-палки. Манифест аутсайдера. Аутсайдер. Что мне это... Так, мы должны попасть в аутсайд любыми целями. Мы должны защитить наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Подпись Клименко. Клементина, Забалтазар, Док и Момо. Было 4 человека, 4 робота получается. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Сам писал. Думаю, нам нужно найти другие записанные книжки. Окей, найдем. Ух, спина затекла. Что это? Аутсайдер. Это знак? И... А что это такое? Это поиграться? А пожрать есть что-нибудь? Что это? Тихо, слишком быстро. Город имеет цилиндрическую форму диаметром около 450 метров. Ничего себе. Так, над ним есть еще один уровень. Ага, видишь. Все-таки я так был прав. У города как будто есть потолок. Это понятно. Если верить моим книгам, за ними скрывается больше голубое небо. Большой головой небо. Это вот тот типа рисунок. Что это? Какие-то записи. 8801. Тут у нас ничего нету. Это что, пожрать? Ля, он неуправляемый, ты нахрена себе на башку одел эту ерунду? Сними, блин. Сними ее. Ну зачем?
Сувать повсюду, о, наконец-таки. Сувать повсюду башку. Я думал, там жратва. А тут есть? А что это за прикол? На распашку открыть, закройся. Закройся. Он же морозит, ёпта. Ай, что за люди? Тут ничего, батарея, ничего себе батарея. Пиво. А что такое? Ну это нельзя так делать. Ну, нельзя. Ну зачем? Зачем ты меня заставляешь это делать? Зачем ты меня заставляешь это делать? Да такой кайф, зачем заставляешь меня это делать? Как-то так. О, я это не видел. А как включить? Таб, это понятно. Как включить фонарик? Да та показать е. Что показать? Это запись, наверное. Это понятно. Да понятно, это я все читал. А, фрагменты есть где-то даже. Тут просто пустота. Как фонарик? Я фонарик забыл. О. Не знаю, что не знаю. Вот так вот. Вот. Ничего нету, да? Что это? Взять ноты, это смысл нот. И все. Ой, алмазка. Ноты. Ну, используя смотреть. Это просто обычный нот. Правильно. И он споет. Пяти вальс. Я буду с удовольствием это послушать. Ой, да что ж такое? Что у нас здесь? Ого, ничего себе красота какая. А что оно так как будто? Ля, как будто этим самым роботами. Может, оно двигаться будет? А, он выбрал в себя. Это память. Обратный дом 2. Обратно. Обратно домой 2. Обратный дом. Ай, я помню это видео. Помнишь? Я теперь это профессор, наверное, если он помнит это видео. Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с учеными много мне было весело. Я считаю, окей, почему не знаю имя, ну я не знаю, почему. Не могу сказать, я не знаю. Я не знаю, почему ты не знаешь. Не говори мне больше это. Слышь ты, детка, ебать, дядька. Куда мне идти? Ладно. Привет, с вами. Это символ. Этот символ. Где какой символ? На стене. Совпадает с символом на записке на записи книги. Где символ? Ага, вон он. Понятно. Похоже на зацепку. Окей. Пошли. Пошли, сейчас зацепимся за эту зацепку. Поехали! Далеко. Так, давай, побежали. Ой, ё. Видишь, меня пугает, что он упадет. Он сам по себе тормозит. По батареям. По трубам он бегать не умеет. Так, надо тут все посмотреть. Такая музяка. Музяка, качака. Да ёпары СТ, неуклюжая скотина. Не угадал. Не быть не музыкантом, ну ладно. Я как бы и не стремился. О, еще ноты. Сейчас все ноты пособираем. Что тут?
Сгорись. Не знаю. Хорош, мне напоминает. Не так много просто. Опа. Еще. Запятная книга. Что? Кто это? А чё комп работает? До сих пор. Записная книжка аутсайдера. На ней тоже. На ней тот же логотип, что и на той, которую нам дал Момо. И я сейчас бы сказал бы так. Кажется, это принадлежит кому-то. Послышалось. По имени Клементин. Клементина. Погоди. Все идет по плану, нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как он... как приемопередатчик, блин, это ужас. Такие длинные слова. Вышел из строя. Он находится на месте под названием Мидтаун. Что за такие знакомые названия? По всей видимости, он находится под контролем какой-то жесткой власти. Жесткой власти. Я недавно говорила с Момом. Его глаза. Его глаза. И что ж его глаза? У него нет глаз, у него просто там землички. Чьи эти самые. Точечки электронные. Я знаю этот взгляд. Какой, блядь, взгляд? Вы чего? Он робот, нахуй. Какой взгляд? Ой, он не пойдет с нами. Какой взгляд, нахрен? Да, так, давай найдем других. Другие записки книги. Окей, записные книжки. Найдем. Какой взгляд может быть у робота? Я не понимаю. Там же никакого взгляда нет. Так, что-то я тут ничего не вижу. Так. Что у нас тут? Наверное. Ты ёлки-палки, ну сколько можно? Хорош. Хорош, ё-моё. Сейчас добер. Это он так прыгнул? А, не, банки кидает. Я думал, он так сиганул. Так, где у нас там этот разведчик? Летчик-разведчик. А ну. Две записные книжки остались. Найти еще. Нужно искать заброшенные продали района. Их должно быть видно с крыши. Ищи логотип. Так, ладно. Это не логотип случайно. О, записка. Опа. Ноты. Так, наверх, на крышу. На крышу. Не понял. Нельзя запрыгнуть? Можно открыть дверь? А, нет. Извиняйте, парень. Что там? Что это за звук? А, тут. Я думал, это он говорит. Ладно, так, нам нужно на крышу. На крышу. На крышу. Тихонько, что лапку подвину. На крышу. Знаки. А вон еще один. То не подходит такой, нет? Мы ж там не были. Правильно? Там же мы не были. И... Оп, что это такое? А это пульт. Что, можно ли нажать? Хупа. Тю. Да, вот знак сюда. Так, здесь должно быть. О, библиотека. Музей какая. Мертв.
как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. Ага. Ой-ой-ой. Забираем. Ну, ты... Где-то развивал, и все, и... Не развил. Да, чтоб тебя, я думал, это что-то такое, этакое. Надо поспать опять. Интересно, ему надо спать? Может, ему реально надо спать? Но есть, походу, ему не надо. Наверное, не холодный никогда. Где-то здесь, наверное. Что-то перевести. Эй, док, я нашла ключ от твоего сейфа. А, с ними надо быть осторожнее. Так, прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Окей. Сейф за кучей книг. Стой! Тут же сейф, наверное. Ладно, что реально? Всю жизнь хотел попробовать. Это видишь, у меня только кот обдирал, точнее кошка. Так, подожди, я не понял. Во-первых, сейф за кучей книг. Сейф за кучей книг. Сейф за кучей книг. Ай, тихо. О, чувак. Упала? Да, упала. Ля, попадали. А, ну, соответственно, они нафиг не нужны. Сейф за кучей книг. Запрыгнуть только туда. Туда наверх. Тоже не запрыгнуть. Блин, а что у нас там по времени? Наверное, время уже. Стоять? Опа! Опа! Опа, опа! Опа, прыгаем еще раз. Все попадало. О, годится. Да иди ты. Ключ, 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 ключ. Вот тот ключ. Использовать. Опа, 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 опа. Молодец, еще одна записная книга. Так, кажется, это принадлежит кому-то и по имени Док. Тихо, я понял. После нескольких недель использования Нибанись я объединил спектрометр с помощью ультрафиолетовой лампы. Ёпты. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Так, подожди, ультрафиолетовая лампа и спектрометр. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Значит, мы не будем искать ультрафиолетовый спектрометр. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Давай найдем другие записанные книжки. Ну, окей. Только мы ж не будем находить спектрометр и ультрафиолет. Не, вот это. Свет у меня включит. Отстань. Света. Тут нельзя выйти, нет. Сюда там все собрали. Там все собрали. Тут мы забрали одну. На ту мы забрали. Все выключить. Так, теперь нам надо. Еще одну, да? Там мы были. Скорее всего, вот там здесь все.
А, ну... Значит, вон еще есть. Вы же там не были, нет. Как туда попасть? Не-не-не, вниз я не хочу. Я вверх хочу. Ага, туда не забраться. Так, блин. Да ну сколько можно? Давай, залазь. Ты ж кот. Так, мне сюда. Только не пугайся, а то уронишь еще кому-то на башку. Так, мне вот туда надо. А как туда попасть? Там же он решетка. Наверх, наверх, еще наверх, еще наверх. Опа, что тут интересное. Загадка. Электронная вентиляция. Ой, да, я не ту кнопку нажал. Все, пердец, не задохнулся. Прыгай. Надо будет не забыть потом обратно вставить. Сделай как было. Что течет, я не понял. О, водичка, попей водички. Вот так. Не ешь, не ешь. Что такое? Не ешь ни хрена. Что у меня сегодня? Спать охота. Непонятно. Вроде бы сколько-то. 2 часа дня. Так. Поесть, поели. Что у нас? Где у нас? Какие-то воспоминания. Да ладно. Тихо, подождите, тут, наверное. Наверное, должна быть нота. Нота, 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 нота. Нигде ничего не надо. А если на коробку прыгнуть, то потом спрыгну с коробки и не попадает. О, попадали. Там уже на этом научен. Это что такое? Опа! Опа! Что это такое? Взять записную книжку. О! Да ладно. Вот так вот. Хотя вроде окно туда открылось. Наконец-то последняя записная книжка. Окей, так, дальше. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Сбалтазар. Все, я думал, будет текст, ни хрена себе. Все следы органичные книги. Что же вот вообще? Очень ну, так исчезли, за исключением тех, кого... Ой, извиняюсь. Зурками. Так. Они едят практически все, что движется. И размножаются с невероятной скоростью. Как будто быть запертым в этом городе было недостаточно. Что? В этой книжке есть записка. Там написано: в приемопередатчике есть конструктивные недостатки, но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение, пожалуйста, это должно помочь мому починить приемопередатчик. Если связаться с финального уровня, это может стать нашим пропуском наверх. Давай покажем ему, что мы нашли. Так, ладно, на сегодня закончим. Потому что совсем погано. И завтра мы продолжим. Завтра, ты сказал, завтра. Как успеется, так, наверное, продолжим. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех обожаю, всем счастливо, всем удачи. Не болейте.